Городской этап 5-го республиканского смотра конкурса детского творчества «Здравствуй, мир» стал еще одним важным культурным событием в жизни областного центра. Со сцены о своих увлечениях взрослым рассказывали дети. Каждый из ребят прошел предварительный отбор, долго готовился, поэтому участие в городском этапе – это уже победа. Мы, старались, постоянно подбирали, что-то меняли в своем выступлении, что-то какие-то движения добавляли, меняли костюмы, что-то проходило не так, а что-то так. Все не стояло на месте, все постоянно двигалось. В этот день свое творческое приветствие миру адресовали более сотни молодых исполнителей. Одни активно изучают произведения и мечтают стать музыкантами, другие – знатоки вокальных партий, третьи – изысканно читают стихи и монологи. Перед членами жюри стоял непростой выбор – как из этих талантливых определить тех лучших, кто будет представлять регион на республиканском этапе отбора. Дети проходят несколько этапов. Сначала смотр проходит на базе учреждений образований, отбираются лучшие номера, которые затем представляют районы в своей целостной программе. Районы стараются представить лучшие номера в виде отдельной взятой программы, которую ведут ведущие. Номера очень оформлены, идет видеоряд. На протяжении нескольких часов мероприятия публика активно поддерживала своих фаворитов. Не менее эмоциональной была обстановка и на сцене. Ребята, конечно же, волновались. Каждый из них не хотел подвести ни свое учебное заведение, ни наставников, которые помогали и поддерживали. Моя учительница мне очень помогает, и Зухра Ускенбаевна, я с ней очень люблю заниматься, она мне очень подходящее для меня стихотворение подбирает, я их люблю рассказывать, и вообще я их быстро выучиваю. По результатам конкурса определятся победители, которые будут бороться за выход в финал и участие в заключительном этапе проекта.